Доброе утро, день, вечер, ночь. Так, мы продолжаем. Тут у нас полоска колесницы отъехала. А мы еще не отъехали, поэтому мы... Мы что-то продолжаем. Мы продолжаем идти к ректору. Аполло нас сказал, что мы это самое можем идти. Че? Я тебе сам все запрещу. Короче, ректор типа... Что-то с ним не так. Пошла-то типа... А мы такие, то пошел ты сам, идем к реактору. Тут кто-то есть. Андроид. Стопудово. Где ты там? Ой. Везде бухло, везде, просто везде бухлишко. Я зря включил, да? Конечно, был. Да, зря время потратил, иди отсюда. Ой. Ты вообще перестал все бояться. Я выяснил, в чем тут дело. Не надо. Ну ёпары с этой. Да что ты будешь делать? Как у меня задрали? Дурноиды, блин. Да-да-да. Тут что-то надоел мне. Иди сюда. Вот так вот. Понял. Будешь знать, как со мной связаться. Тикс. Все? Ничего? Нет? Что ты? Наверх? Не надо наверх. Ну давай, рожай уже. Ну, в смысле, не надо.
Не надо ничего. Ух ты. Ну, баба, просто огонь, просто огонь. Сейчас Андроем побухать дам. А мы сейчас узнаем, выдержишь ты или нет. Понятно. Короче, просто я его взорву и все. Доили они мне, злой я стал. Давай, давай, ну я устал уже от таких андроидов, дебилы. Понятно, да. Так не пролезть, значит, да? Понятно. Куда? Пацаны, вы чё? Меня забыли.
Да, значит, я все правильно сделал. Ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это должно сработать. Ух ты. Мозговышибалка какая-то. Волтер. О, я помню, набирает. Понятно, обосрал выстрел. Вы здесь. Пройдемте за мной. Ваншот? Отлично вообще. Подавись, падла. Можно привлекать внимание. Понятно. Прятаться. Не надо мне прятаться, я теряю им прям в жбан. Шет 832. Делофт. Давай заканчивай, тут холодно. Дует он тут. Дует, бэйби. Тикс. I don't want to receive another of this to fucking weapon in the doors. Идем, короче, дальше. Жбаниту пробили мы ему. О, а здесь что? А, это все это. А-а-а, наблюдательный пост. Так, тихо. Серьезно, все эти чё трясется? Какая-то жопа. Видел этот реактор? Да как-то не случалось. Я проходила обучение на таком, как будто в прошлой жизни. Чё-то не похож, что ты этот ядерщик по полной программе там. Ой, чё, где кто? Чё ты там? Пшёл отсюда. Везде бухло, просто все в бухле. Наверное, они думали, мерещится чужой. А он их ням-ням-ням-ням. Комиссии. Я видел это. Оно шло по коридору. Вот так, запросто. Я спрятался, а когда выглянул, существо исчезло. Наверное, ушло через какую-то дыру в полу. Или в потолке. Севастополь — это настоящий лабиринт. Оно может где угодно прятаться. Наверное, это существо и ловит службу безопасности. Но почему это скрыли от меня? Ну, паника там, все такое. О!
пушки вернули. Чичерик, где чичерик? Ладно, только наверх. Тихо вам, что делаете? Бабах, все я над ядром реактора. Что-нибудь видишь? Ничего особенного. Андроиды, какие-то системы управления. Вроде все идет своим чередом. Попробую спуститься ниже. Там где-то должен быть лифт. Че ты все шумишь? Хорош. Реактор вообще пипец вообще. Сюда. Этих придурков ничего кроме этого, кроме башку не берем, защитника осел. Я не понимаю, что ты там говоришь. Ну, отлично. Чует мое сердце неладное. Не. Вспоминаю я здесь печальку. Сектор обслуживания желудков чужого. Вы охренели. Вот и огнеметчик вернули. Рикардо, они все здесь. Кто? Все пропавшие. Вообще все. Тут что-то вроде гнезда. Яйца этой твари. Тут инкубатор. Черт! Уходи оттуда! Скорее! Надо подвести электричество отсюда к платформе.
Дерекс. Маленький ублюдок. Ты взялся-то? Чуть не сожрал меня. Сейчас они начнут лезть. Ну, на этом мы серию закончим. Сейчас я сохранюсь, и все. Рикардо, связь пропадает. Плохо дело.